Доброе утро. Бонжур. Сегодня у нас будет крок месье и крок мадам. Очень французские бутерброды. В чем разница, увидите. Все, поехали. Ну, и это не только вот завтрак. Это полноценное блюдо. Можно подумать, я опять в Париже. Вот это вот крок месье. А сейчас будем делать крок мадам. Вот. Углубление. Thank you.
Возможно, вы думаете, что я выброшу эти прекрасные остатки, но нет. Казалось бы, почему крок-месье без яйца, а крок-мадам с яйцом? Где логика? Это просто вот шляпа. Женщины в шляпках ходили, поэтому и мадам. Вот. А теперь буду пробовать свои шедевры.